Интернет-мошенничество набирает обороты. Все больше людей попадаются на удочку злоумышленников, которые совершают дистанционные кражи. За 11 месяцев этого года на территории обслуживания люберецкой полиции совершено 91 преступление данной категории. Как не стать жертвой онлайн-грабежа и стоит ли доверять виртуальным магазинам, выясняла Луиза Егиазарян. Она и была на картинке покороче, и как бы вот... Совершенно вот не вот это вот качество. Да? С покупками на Новый год явно не повезло. Вместо юбки от итальянских дизайнеров привезли китайскую подделку. Оплаченные игрушки для детей и вовсе не доехали до покупателя. Одежду вернуть невозможно, а сайт, где Яна Кулакова приобрела подарки, на следующий день исчез. Покупку я оплатила полностью, только нужно было ожидать доставки. При этом со мной связался даже менеджер этого магазина. Ну вот, опять-таки, мои игрушки остались не у меня, а в магазине, где работали мошенники. Сначала мне отвечала девушка, что, возможно, это какая-то ошибка, мы свяжемся с вами дополнительно, а потом номер просто перестал отвечать. На такие уловки девушка попадается часто. Заманивают низкие цены и большой выбор товаров в интернет-пространстве. Печальный опыт стал для нее уроком. Ну, наверное, теперь я буду более осознанно искать сайт. Но все равно я не исключаю, что со мной может произойти это вновь и вновь. В таких ситуациях следует обращаться в полицию. Чем раньше вы напишете заявление, тем выше шанс вычислить преступников. Сотрудники правоохранительных органов советуют доверять только проверенным сайтам и не сообщать незнакомым людям банковские реквизиты. В последнее время интернет-мошенничество стало у нас очень распространено. В этом году у нас поступило 91 заявление. В прошлом году это было 51, практически в два раза. От недобросовестных интернет-продавцов не застрахован никто. Дело в доверчивости. Перед тем, как совершать онлайн-покупки, стоит хотя бы прочитать отзывы на сайте магазина. Подозрительно низкая цена, требования предоплаты и отсутствие контактной информации – основные сигналы. Перед вами, возможно, мошенники. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.